Всем привет, вы на канале Темная Россия, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Legion. Я почти до 22-й части игры под названием «Неопровержимые улики». Я желаю всем приятного просмотра. Стой, моя красотка, стой! Стой, пожалуйста, постой! Эй, ты чё? Дай поехать, а? Что, сесть? Садись! Поехали! Блин, зараза, не то сделал, друзья. Я желаю всем, друзья, приятного просмотра. И спасибо вам всем за вашу крутую поддержку. Сейчас, друзья, подождите. Ой, быстренько. Сейчас, так, мы, в принципе, недалеко находимся, друзья. Так, первая наша цель, получается, друзья, сцену осмотреть. Окей. Так, наша же первая цель, правильно? Так, ага. У досек есть список возможных убежищ. Эммой Чайлд. Ваш первый пункт назначения сцена. Понял. Так, очки технологий. Так, что же мы сейчас прокачаем? А теперь, может быть, другого чувака возьму эту миссию. Надо будет, наверное, скорее всего, другого взять. Или его оставлю. Ладно, в этой миссии его оставлю. В следующей миссии же другого возьму. Да, так и сделаю, друзья. Так, значит, его оставляем. Окей. Так, задание это хорошо. Да понял, все понял. Так, вот, очки технологий хотел я. Так. Паук. Что-то у нас максимальный. Босс-паук становится доступен режим маскировка ручной активации. С ручной активацией. Вау, круто. Супер классно. Так. Электрокастет. Так. Понял. Создает Эми. Импульс, включая дронов. Дезинитирует врагов. Вау, вот это нужная штучка-дрючка. Все, друзья. Погнали. Вот это вырублю, друзья, то мне могут бан прилететь за то, что я слушаю радио в игре. В общем, будет полный бред, друзья. Тогда сейчас я быстренько приеду на моей крутой тачке. Ух ты, это целенькая, друзья. Сейчас я быстро поменяю ее на целенькую. Такую же, но только целенькую, не разбитую стеклом. Давай. Тут что? Тут у нас человек, да? За рулем. Да. Тут человек. Это же какая женщина была. Смотри, женщина. Так это я вырублю. Все, друзья, поехали. Ох, друзья, Watch Legion, а. Неплохая игрушка. Но Киберпанк, конечно, больше круче. Ну, Watch Legion, это Watch Legion. Киберпанк это Киберпанк. Это разные игры. Жанры, в принципе, немного одинаковые. Ну, немножечко имею, ну, между по-взлому. А так, в принципе, там разный сюжет. Так. Мне, друзья, очень нравится. Assassin's Creed, Boyfuck. Вот думаю, может быть, достримить эту игру, а? И по самому другу мне предложил Стас, что я постримил. Я вот не знаю, я просто вот провожу, друзья. Посмотрим, какой выиграет, да или нет. Нормально будет ли это игрушку достримить, или лучше допройти ее без стримов, по частям какие-то делаю. Не знаю. Посмотрим, друзья, я просто провел, да посмотрим. Может быть, даже, друзья, я Assassin's Creed 4 буду достримлю. Так сказать, допройду на стримах эту игру. Не знаю, а может быть и нет. Может так будет проходить. Ну я не знаю еще, друзья. Так, мы, друзья, поехали. Наш пункт. Так. Подожди. Ага, обломчик, да? Ага. Ты рядом с убежищем Эммы Чайлд. Постарайся найти там какую-нибудь зацепку. Понял. Сейчас бегли. Сохранилочку. Игра спешно сохранена. Круто, супер. Так, с машины свалить с моей карты тачки. Надеюсь, никто не заберет. Давай. Так, ага, вот она сцена. Так, открыть. Сим, откройся. Ох, чёрт, твою мать! Твою мать! Охеренное начало! Похищен! Выбрать нового агента. Охеренное начало, друзья, просто охеренное. Так, и кого мне выбирать тогда? Так, блин, ну-ка, так, тебя, так, кого же не выбрать, ну, ты точно не подходишь, а, так, киллер, что может взять, а, налево и направо надо будет его спасать, так, или же шпионку, а, вот, друзья, давайте я выберу все-таки, так, сейчас подумаю, кого на самом деле, так, ты у нас особо не умеешь, так, а, ну, тут нужен, наверное, человек с оружием, блин, так, я даже не знаю, киллершу, шпионку или киллершу, блин, зараза, даже не знаю. Ваня, давайте шпионку, пошпионим, друзья, поиграем ей, да, все, выбираю шпионку.
и... Да или нет? Да-да, все, играю. Блин, я помню играть друзья с Тираном, а его похитили. Я-то никак не ожидал, что похитят. Я в ахере. Или в ахере, друзья. Привет-привет. Детсек, нужна твоя помощь. Класс. Мне очень жаль, но я вынужден сообщить, что одного из наших агентов похитили. Какого дьявола? Никто в Альбионе не додумался бы до похищения самостоятельно. Наверняка это дело рук Сирс. Главный вопрос — зачем? Полагаю, чтобы выпытать информацию о Малике. Мне казалось это очевидным, раз уж Эмма Чайлд заявила примерно следующее. Похитьте кого-нибудь и выпытайте информацию о Малике. Черт. Нужно найти Малика. Бэкс, должен быть способ подать ему какой-нибудь сигнал. Конечно. Отметил место на карте. Пытаясь погромче хлопнуть дверью, Малик не зашифровал последнее сообщение. Отследить сигнал до его убежища было проще простого. Слишком просто. Ясно. И... У Малика сейчас такое шило в жопе, что, считай, оно думает вместо него. Наверняка он заметил свою ошибку и сменил дислокацию. Но уверен, он глаз не сводит с компьютера в убежище. Можно отправить сообщение, выйди на связь, или мы все расскажем Чайлд, и шило заставит его прислушаться. Попробуем. Вперед. Так, друзья, найдите убежище Малика в здании мэрии. Окей, окей. Ой, блядь, опять забыл радио выключить, друзья. Капец, точно бан получу, а? С этого радио. Ага. Так, 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 так. Мне кажется, друзья, даже будет прикольненько, если я пойду на стримах Ассасин. Просто мне еще долго только проходить. Ну, в принципе, столько же миссий, сколько я прошел. 30 миссий еще, друзья, записать. 30 видео. Так, очки технологии я потом возьму. Как-нибудь. Так, 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 так. Не знаю, правда, кто же у нас нулевой день? Просто интересно узнать. Неужели это Эмма? И есть нулевой день. А может и нет, а? Так, друзья, я сам доехал. Офигенно. Сам, без всяких там этих, друзья, пунктов назначения. Точки локации, как это назвать. Ох ты, сука, а? Ублюдок, а? Да ёб твою, сдохни, а. Так, друзья, почти доехал. А ты херел, что ли, а? Давай, давай, давай! Разберемся, давайте, кто кого. Ах ты, сука, а? Вы охерели, а? Я что-то расслабился, друзья, немножко. Сейчас моя шпионка пиздец дает. Два, сука. Три мужика уже, охерели вы? Друзья, не охренели, а? Реально охерели. Ой. Да вы пошли вы нахер, а? Все, друзья, их просто всех ушитал. От класса. Так, друзья, теперь в мэрию. А можно просто войти в мэрию? Убежище Малика где-то тут. Но, думаю, так просто его не найти. Наверное, нужно поискать кирпич другого цвета. Чего-чего, видите, друзья? Тут быть не должно. То есть, типа, они войти могут, получается, люди могут выйти, а я не могу войти. Вот капец, а. Так, я понял тебя, Бэгли. Так. Блин, жалко, у меня летающего нету бота. Зараза. А, во-во. Так, надеюсь, я попаду сюда, друзья. Так, сори. Эта машина мне не особо нравится. Она вроде бы такая прозрачная, все такое, да? Ну, какая-то она не очень. Так. Сим-сим, откройся. Дима шпион, зайди. Так, Дима шпион, закрой дверь. Так, закрой. Молодец, Дима. Как сказать, не Дима, а как зовут мою героиню? Ладно, не важно, скорее буду звать супер крутая шпионка. Так, друзья, надеюсь, я все правильно делаю. Малик. Да, Малик еще тот козел. Как сказать, сбежал, бросил нас, блин, зараза. Зачем у нас портится? Набрёк эту фигню, типа, давайте, помогите мне, не-на-на. А потом, сука, сбежал. Ну, мудень, что сказать, а? Ну, конечно, они... А, неплохой, но мудень. Ой-ой-ой. Охереть, девушка, да оп. Пойти, девушка, да оп. Это же девушка, вроде бы, если я не ошибаюсь. Так, Юлия Поп. Причем девушка, да оп, по яйцам она упала. Как-то нелогично, друзья, это же девушка. Неужели от такого удара она не должна была упасть, а? Ну, по крайней мере, она же не мужик, а? А такое чувство было, что получается, она мужик. А, вот лестница, друзья. Так, ага.
Так, а, Вова, грузовой дрончик. Давай. И чё как? Где грузовой дрон? Тут только даже погода плохая, видите, да? Тучи, пасмурно, может даже дождь пойдет. Так я не понял. Грузовой дрон. Давай, дрончик, я не пойму. И чё к чему, где дрон? Так, это получается у нас... Ой-ой-ой. Так, где дрон? Запуск дрона. Какая-то херня, друзья. Вообще себе какой-то бред получается, а. Так. Ага, ладненько. Черт с тобой, дрон. Я другой выход, я нашел другой вход. Будто дрон баганутый. Грузовой. Сейчас, друзья, пистолетик у нас крутой. Бегу. Так, ой-ой-ой. Ага, будь здоров, там мой брат просто. Ой, что-то я. Так, это кто у нас? Делеопан Айвер. Вот это уже мужик вроде бы, а. Да, друзья, это был мужик. Он и получил как мужик пулю в голову. Заслуженно. Так. Ты у нас блокировка. Ага, молодец, я просто хотел так сделать, друзья, реально. Потренировать свои навыки. Это подозрительный рычаг, не так ли? Есть такой Бэгли, есть. Так, а где наш потерянный вход? Помоги-ка мне, Бэгли. Ага. Похоже, Малик усовершенствовал системы безопасности. А поскольку он не только спец по таким системам, но и параноик, не уверен, что тебе удастся справиться. Так, а чё, к чему, Бэгли? Ты на что намекаешь? Так, тут что-то есть, друзья, или нам ничего не нет? Удастся. Ага, понравился мой маленький фокус с дроном. По-моему, очень неплохо. Отлично, дорогуша. Спасибо. Слушай, если мы что и знаем о Малике, так это то, что он считает себя умнее всех на свете. А значит, как только я начну действовать, на меня тут же накинутся дроны или еще кто. Так что меня нужно будет подстраховать. Окей. Ха, доки для дронов, так я и знал. Ну уже, Малик, удиви меня. Или громкие слова и охранные дроны — это все, на что ты способен. Халтурщик. Я Малик, и я считаю, что защищайте могу пронести в этот сирс быстрее, чем Бэгли. Но надежная система защиты в моем представлении — это автоматическая смена прокси-серверов. Я тебя умоляю. Ладно, ты готова? Ага. Ну вот и зашибись. Это я, конечно, друзья, не ожидал, что придется так делать, а? Я вообще в этой миссии ты всего не ожидал, а? Штука? Не знаю, что это, но очень скоро выясню. Эллен, друзья, всего этого я не ожидал бы, что нашего агента похитят, что придется это все делать, а? Все, Бэгли придется защищать. Да уж. То всего я точно не ожидал, а. Так, что ж так у вас много, да? Ой-ой-ой. Ебать, сколько тут дронов, друзья. Да ё-моё, а. Я не могу вломиться в убежище, когда у меня на хвосте висят дроны. Попробуем еще раз. Давай, Бэгли, я уже не могу, а. Ладно, а если это вот так, а этот скрипт вот сюда, и вуаля! А нет, ничего не вышло. Черт. Бэгли, супер-пупер компьютер, не может взломать ни хрена. Я давно бы уже взломал бы это все, а. Бэгли, а. Ты как прикольно, когда дронов против дронов гасится, а.
Это против меня писать, друзья, один, это неудобно. Так, ага. Ага, ты думал, что я отвлекусь на восхитительно написанные детали и забуду про глобальную структуру, да, Малик? Ну что ж, умно, но я все равно умнее. Бай-бай, большой дом. Ага. Ну все, Бэгли? Можете сделать так, чтобы... А, все, да? Ага, круто. Сейчас тебе тут, друзья, наша очередь. Давай. Есть. Молодец, красавчик я. Вот, друзья, патрончики, сейчас я их возьму. Так, встреча с Ричардом Маликом. Окей. Сейчас подождите, друзья, патрончики. Ага. Так, отключить опять же его. Сейчас, друзья, я побежал. Так, тебе куда? А, вот еще куда. Молодец, Димончик. Давай. Красавчик. Так, а вот. Сейчас мы с ним свяжемся. Узнаем, где нашего агента держит, и сколько, что он нам поможет. Я отправил сообщение с тем же шифрованием, которое использовал Малик, и повторяю отправку каждые 15 секунд. Вы молодцы. Теперь осталось убедить Малика помочь вернуть нашего друга. Класс, столько мониторов у него, и комп неплохой. Спасибо. Вау. Знаю, что дела становятся все страшнее, но вы охренительно смелые. Я горжусь тем, что вы мои друзья. Так, покиньте область. Ага. Взаимно. Так, друзья, подождите, как пушку убрать-то, я уже забыл. Ага, все, пушку я убрал. Так, очки технологии где находятся? Очки технологии находятся, не пойму где. А, они находятся вот где. Так, я думаю, я не погибну, если сюда спрыгну. Ой. Фух, слава богам. Так, теперь, походу, я правильно пошел. Так, все, друзья, все правильно. Очки технологии находятся. О, вот где они аж. Уверен, это Малик. Надеюсь, у вас есть веские причины, чтобы мне угрожать. Иначе это будет очень короткий разговор. Твоя подруга Чайлд похитила нашего агента. Уверена, они говорят о тебе. Ясно. Так вышло, что я знаю, где она. Но у меня есть одно условие. Я хочу вернуть Семтекс, а для этого мне нужна Эмма. И я хочу, чтобы вы взяли ее живой. Ладно. Ну что ж. Тогда нужно действовать быстро. Сирс проводит допросы на стройплощадках. Там никто не ходит и легко избавляться от трупов. Мне сообщили, что Эмма только что появилась на одной из них. И что? Если агент еще не раскололся, думаю, Эмма будет допрашивать его там. Окей. Чем дольше агент остается в плену, тем больше у Эммы времени, чтобы его допросить. Вызволите своего друга и схватите Эмму. Удачи. Ага, понял тебя, Малик. Окей, хорошо. Так, спасибо за тачку, что меня подвезли. Ой-ой-ой. Сейчас, друзья, погодьте пару сек. Так, у нас там здание не поменялось, случайно ли? Ага. Во. Здание сменилось. Так, ага, очки технологии. 20 очков технологии. Так, что я могу покачать себе? Так. Пистолет, дрон, так. Звон, дрон, парус, фокс. Ну, блин, звон, дрон. Так, нужен ли он мне? Он еще вопрос, а? Не знаю. Маленько, друзья, возьму это лучше кастетика. Ну, в смысле, за кастет, да, друзья, за кастет. Электрокастет. Так, команда, я тебя спасу, не переживай, Тирнан, даже я спасу тебя. Так, друзья, теперь точно поставлю точечку. Хотя я смогу доехать, в принципе, сам смог бы, но... Ух ты, где это? Круто. А, блин, даже туда надо было ехать, друзья. То есть сюда я имею в виду. Вообще, друзья, на тачке моей, которая мне нравится, мы доедем с вами, друзья. Доедем. Опа, прикольненько, класс, супер. Реально, друзья, вообще в лиге неплохая игрушка, но вот реально, ух ты, тачка, такая же, только другой цвет. Ой-ой-ой, неплохая игрушка, вообще в лиге. Но проблема в том, что именно, ну, я уже говорил много раз, блин! Что я сделала? Твою мать водила. Не, мне нельзя права нельзя давать, а? Я точно и водить не умею, это пипец, а? С таким водилой лучше не садиться к нему на пассажирское сиденье. Так я вообще правильно еду, а? Ну, как-то сократить, типа. Ой, друзья, сократил. Блин, да что со мной такое? Я за что ты делаешь, Дима? Дима. Соберись.
Оберись, тряпка, твою мать. Ой, ой. Ой, капец, друзья, я ужасный водила. Это пипец. Какого хрена? Помейки. Поспи. Немного поспи, придурок. А друзья, я вроде правильно иду. Малик считает, что Эмма Чайлд удерживает нашего агента на этой стройплощадке. И похоже, он прав. Меры безопасности здесь очень серьезные. Ух, ёб твою мать. Я что-то понял. Входящий вызов от... Странно. Так мне... Остановитесь, кретины! А ты, блин, кто такая? Эмма Чайлд, директор отдела СИРС по борьбе с терроризмом. Вы совершаете ошибку. Вы не должны... Убирайся из нашего канала. Прошу прощения, не сразу понял, как они нас... Твою мать, они несчастья не летают, а? К счастью, Малик дал нам дельную наводку. Чайлд хочет использовать агента, чтобы оказать на нас давление. Найдете ее, найдете пленника. Ага, понял, понял, Бэгли, спасибо. Ты что это у нас? Капец, вы видели, как они на машинах летают, да? Шумахи хреновая. Это все, прям почти пришли, да, качки технологии. Ты где, вы где? Так, ага, они тут где-то, друзья. Давай, давай. Давай, моя красотка. Так, 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 так. Ага, они находятся аж там. По-моему, тут находятся очки технологии, друзья. Так, так, так. Ой-ой-ой. Молодец, блин, шею сломала. Так, очки технологий, и каким-то образом они находятся каким-то образом в неудобном месте, зараза. Так, а кто может попасть? А-а-а. Вот, друзья, сим-сим, откройся, как говорится. Так, ух, тут пытали, ёптую мать, что тут только не делали, вот ублюдки, а. Тут все, нифига себе, сколько тут, раз, два, три, три трупа, охереть. Вот здесь, ну, мы с вами навалить, конечно, на пыточную камеру. Это Эмма еще та сучка, а? Ой-ой-ой-ой, это типа какая-то баба крутая, типа, да? Как я понимаю. Ух ты! Ну у меня это мужик был, я думал, баба. Я серьезно думал, это мужик или баба? Мужик, наемник, кстати, как у него классники, друзья. Не нравится. Поэтому подумал, что он баба. Так. Это была девушка, друзья. Так, 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 так. Молодец, Димон. А может быть и не молодец. Может быть, я плохой, друзья. Не знаю. Я уже столько поубивал. Но, друзья, мы пришли нашего этого, так сказать, друга спасать. Поэтому все методы хороши, чтобы друга спасти. Так, Алея Нейн Элмс. Ладненько. Эй, слушай. На-на-на. Дальше там все понятно. Так, технологии. Это я прокачал. Кастет. Кастет. А, еще не прокачал, что ли? А, я походу не применил. Во, теперь я применил. Все, друзья, так, командир наш, или командирша. Командир? Командир. Ага. Опа, ну-ка, что... А, шею, да? Опять шею, друзья, сломала. Так, вроде бы всех повырубал тут, да? Да. Значит, я правильно, друзья, пошел. Ха-ха. Ну, пошел, пошла, блин, ну, ладно, пускай пошел будет. Так, значит... А, только Дэйв Хадж, наемник Либиона, охраняет аллею Найт Лэмс. Ага, так, полуавтоматический пистолет, дубинка, связи в полиции. Угу. Больше у него ничего здесь не будет, а? Капец ему. Ага. Его нехрен было быть мудаком, работающим на Либион. Кто работает на Либион, большинство людей, они мунни. Конечно, не все, но... Тем не менее, может, все одного спасли, сделали нашим, как говорится, бойцом. Ты это слышишь? Ага. Это девушка, друзья. И мы ее кокнули. Не убили, конечно, ее, а так вырубили. Ага. Все, друзья. Так, ну-ка, что это такое? Нужна ли эта фигня? Мне просто интересно, да или нет? Сейчас я узнаю. Так.
По-моему, вроде бы нужно было. Так, патрончики. Окей. Так, это все, что тут я все взял. О, вот, друзья. Ну-ка, Сим-Сим, откройся. Попали мы к этой сучке? Это она тут находится или нет? Ух, тут пыточные, друзья. Тут нашего гида, походу, пытали, а. Я ведь могла оставить там бомбу. А почему не оставила? Жить надоело. У нас есть нечто общее. Ричард Малик предал и вас, и меня. Вот. Новый контракт Альбиона на охрану правопорядка. А у вас все готово? Будет готово. Когда вы объясните, зачем все это нужно. Ладно. Я внедряюсь в террористическую организацию, Датсек. Я назначил им встречу, и ваши люди должны взять меня до того, как появится Датсек. Побольше реализма. Они должны поверить. Вы не устаете удивлять, Ричард. А для вас какая выгода? Их не станет. Ах, ну сука, этот Малик, а? Доказательств нет. Но думаю, что Малик сотрудничал с террористами. Во всем. И кажется, они с сообщниками готовят новый теракт. Тоже он сказал о тебе. Само собой, это основа основ. Чтобы впарить ложь, заверни ее в правду. И что, мы должны поверить тебе? Вообще-то я хотела предложить сделку. У меня ваш человек. Помогите убить Малика, и я верну агента. Дверь откроется через 30 секунд. Да, друзья, я не ожидал, что Малик будет мудень, а. Блин, я вообще ничего не понимаю в этой миссии. Совершенно, друзья. Всего этого я не ожидал. Агент Сирс нейтрализован. Наша протеже будет довольна. Наш потенциальный рекрут хочет с тобой поговорить. Соединяю. Ладно, теперь я у вас в долгу. Лучший способ вернуть должок — примкнуть к нам. В Дэдсек нужны такие люди. Ладно. Я в деле. Так я Малеха не понял нифига. Что я такого сделал, чтобы у нас женщина стала наш? Так, спросите агента Дэдсек. Ну дальше что? Маска, предмет гардероба. А ладно. Чего? Я вообще не понимаю, как это все сделал. Я еще миссию завершил, что ли? Нет, друзья, миссия не завершена. Так выходит, Малик рулит нулевым днем? Невозможно сказать наверняка, но выглядит все именно так. По крайней мере, мы точно знаем, что он хочет повесить на нас еще один теракт. Мое мнение вам известно, но риск слишком велик. Решайте сами. Вот честно, мне насрать, связан он с нулевым днем или нет. Он хочет нас уничтожить. Мне этого достаточно. Ништяк. У кого-то уже есть план? Если ты правда предлагаешь убить Малика, у меня есть идеи. Куча идей. Да что там думать? Выманиваем его и бам! Мозги на асфальт! Да, способ действенный, но это скучно. Может, хотя бы отравим его? Мы же еще никого не травили. Да ну нафиг, Бегли! Чем проще, тем лучше. Понял. Я свяжусь с Чайлд и скажу ей, что мы в деле. Так, ага. Подожди. Так. На линии огня. Ах ты, сука. На связи, Малик. Помни, нам нужно договориться о встрече в лютом месте, если мы хотим установить ему вентиляцию в черепную коробку. Ну что ж, за дело? Эмма Чайлд с вами? Нет, возникли трудности. Надо встретиться. Что случилось? Она все знала. Похоже, у нас утечка. Давай все обсудим. Скажем, на Пикадилли. Нет. Там везде наемники Альбиона. Может, на Трафальгарской площади? Что скажешь, Бегли? Это оптимальный вариант. Ладно, договорились. До встречи. Он отключился. Ну что ж, поговорим с Чайлд. Пора вернуть нашего друга. Прекрасно. Да, что? Все готово. Бегли пришлет детали. Говори, где наш агент. Скажу после смерти Ричарда. Или сейчас, или мы выходим из игры. Ладно. Жест доброй воли. Высажу в случайном месте. Но рисковать своими людьми не буду. Так что если этот агент вам настолько дорог, доберитесь туда побыстрее. Спасите агента Дэсек. Чего-чего, на линии огня? Эй, что за фигня? Подожди. Так. Подожди, друзья, эту миссию мы выполним потом. Это у нас будет, друзья, уже 23-я миссия. Да, 22-я миссия, друзья. Под названием «Неопровержимые улики» завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзьяшки. Друзья мои, лучшие, охеренные. Ого, что это было? Не болейте, не скучайте. Всем, друзья, пока-пока.
Желаю вам всего-всего-всего наилучшего и охеренного, ваш друг Димон Покемон Лимон. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.